Визит министра культуры Владимира Мединского начался с осмотра Успенского собора Рязанского Кремля. Здесь, в сопровождении губернатора Олега Ковалева и митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина, он осмотрел внутренние помещения храма и знаменитый на всю Россию иконостас. Далее делегация переместилась в театр на Соборной, где у стендов обсудили проекты строительства сразу двух музейных комплексов. Первый – это возведение на улице Соборной, прямо перед зданием Центробанка, музейного центра для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Сюда, по мнению авторов-разработчиков, должна полностью переехать вся экспозиция, а в обширных хранилищах должны разместиться те тысячи экспонатов, которые собирали за время работы музейщики разных поколений. И еще Владимиру Мединскому продемонстрировали план развития музея-заповедника в селе Константиново. На родине Сергея Есенина предусмотрено в первую очередь восстановление ранее утраченных построек. Вновь появится трактир, торговые лавки, оранжереи и беседки. Все в антураже вековой давности. Министр поинтересовался, когда приступит к стадии реализации, на что получил ответ о завершении проектных изысканий уже в ноябре.